Во-первых, спасибо, что гостеприимная армянская земля принимает своих русских братьев. 5 лет пролетело так быстро, как мы снимались на телевидении, посвященной Владимиру Ивановичу Мастрианову. И вот, наконец-то, по истечении этого срока, я вновь нахожусь в Ереване. На сегодняшний день, вот уже 2 года, как нет Владимира Ивановича, и мой визит сюда, как вам сказать, что я приехал сюда, это мне, во-первых, большая честь, во-вторых, мне очень хотелось бы еще раз поднять Владимира Ивановича, и в связи с этим мною за 1,5 года до приезда был подготовлен фильм, который был снят на православной киностудии Санкт-Петербурга, посвященный Владимиру Ивановичу, то есть фактически к его 75-летию. Когда-то, 2 года тому назад, режиссер фильма «Паганини» Леонид Минакер предложил собрать весь материал в Санкт-Петербурге, то, что было связано с Владимиром Ивановичем, и сделать такой небольшой фильм о его творчестве, о его приезде в Санкт-Петербург. И эту кассету, этот диск привезти уже в Ереван и предложить вашему вниманию, чтобы вы ее посмотрели и оценили. Материал собрали действительно очень редкие. Те люди, которые снимали Владимира Ивановича в Санкт-Петербурге, конечно, и не знали, что это снимается для этого фильма. Но во всяком случае сохранили все материалы. Такой фильм был создан, и я думаю, что Владимиру Ивановичу бы он понравился. Еще бы мне хотелось сказать, что на 71 год, когда это было уже, значит, меня здесь не было 5 лет с 8 года, а в 9 году, когда Владимиру Ивановичу исполнилось 71 год, у нас есть такая межотраслевая академическая организация, научно-техническая. При ней существует комитет «Общественное признание». Это очень знаменитый такой комитет, который заслуженных людей награждает почетными знаками. Этими почетными знаками был награжден заслуженный артист России Александр Пороховщиков, как вы знаете, вот такого актера. Ну, Иван Иванович Краско, народный артист СССР, который знал Владимира Ивановича. И вот уже с 9 года вот этот документ о награждении Владимира Ивановича Мастриана вот знаком общественного признания лежал у меня. Я не хотел его передавать сюда. Думаю, я уже приеду сам в этом году и вручу семье этот знак. И вот сегодня на нашей встрече я хотел бы сказать, что вот Владимир Иванович награжден вот этим знаком. Вот.